Слава Богу, брати і сестри. Бог дозволив нам сьогодні знову зібратися в Домі Божому, в Домі молитви. Це велика Божа милість, що Бог продлеває цей благословенний час для нас. Багато людей, може, чекають, що прийде, багато говорять, прийде такий-такий час, прийде такий-такий день, може статися те і те, але Бог продлеває по молитвах народу, Бог продлеває цей благоприятний час для нас. Це велика Божа милість. Одного разу Бог також сказав, що він знищить Ніневію, але коли цар і всі люди зібралися, і вони зрозуміли, що Бог з ними не шуткує, от, вони зібралися, об'явили пост і молитву, і Бог почув їхню молитву, і Бог не зробив те, що обіцяв. Так само, я думаю, і ми маємо, брати і сестри, просити милості кожного дня в нашого Бога, бо ми не знаємо, що нас чекає надалі, і з якими, можливо, трудностями ми можемо зустрітися в нашому житті. Але сьогодні Бог ще продлив благословенний час для нас, для наших сімей, для наших родин. За це йому скажемо слава, слава Богу. Я хотів би зачитати Псалтир із 148 глава. «Хваліть Його всі ангели Його, хваліть Його всі воїнства Його». Хваліть Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дав устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рабы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающихся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близко к нему. Аллилуйя. Брати и сестри, це, ми знаємо, псалмопевець Давид, він каже, що ми хвалили Бога, що всі ангели хвалили сонце і луна, все, що Бог сотворив, огонь, град, сніг і туман, щоб хвалили нашого Бога. Ми також будемо, брати і сестри, хвалити нашого Бога. Нам є за що Бога прославляти, нам є за що Бога дякувати. Бог прийшов на цю грішну землю, Він відкрився нам. Будемо дякувати Бога, що Він відкрився кожному із нас. Ви знаєте, одного разу Закхей почув, що через їхнє місце буде проходити Христос. І він був маленького росту, він побіг наперед і заліз на дерево. І він хотів побачити Христа, як він буде проходити мімо, подивитися, що це за він. Він був великий начальник, цей Закхей. І коли Христос проходив біля цього дерева, він зупинився. І він сказав: «Закхей, злізай, сьогодні мені потрібно бути в тебе вдома». І ми бачимо, прийшло покаяння, прийшло спасіння цьому дому. Брати і сестри, так само одного разу біля нас зупинився Христос, і Він сказав, що Він також хоче бути в нашому домі. І благодарність нашому Богу, брати і сестри, що ми відкрили свої серця нашому Богу, нашому Спасителю. І Він сьогодні живе разом з нами в наших серцях. Давайте також ми будемо прославляти нашого Бога. Встанемо, помолимося, принесемо хвалу цю вечірню жертву нашому Богу. Амінь. Аллилуйя, слава і хвала тобі, Господь, аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава тобі, Ісус, аллилуйя, 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 слава тобі, Господь, аллилуйя, слава тобі, Ісус, аллилуйя, 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 слава тобі, Господь, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава тобі, Ісус, аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава, слава тобі, Ісус, аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава тобі, Ісус, аллилуйя, слава. Аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава, слава тобі, Дух Святий, аллилуйя. Аллилуйя, слава тобі, Создатель, аллилуйя, слава тобі, Спаситель, аллилуйя, слава тобі, Дух Святий, аллилуйя. Аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава тобі, Ісус, аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава. Аллилуйя, слава тобі, Господь, аллилуйя, слава, слава тобі, Господь, аллилуйя, аллилуйя, Дух Святий, аллилуйя. Аллилуйя, 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 Дух Святий, аллилуйя, 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 Создатель, аллилуйя, Спаситель, аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя. Шременту, сламанту, стрела, манаус, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, 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 Дух Святий, аллилуйя, аллилуйя, Создатель, аллилуйя, Спаситель, аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, аллилуйя, слава, слава Тебе, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь, аллилуйя, слава, слава Тебе, Ісус. Аллилуйя, Боже, ми дякуємо Тебе, Боже, що до цього часу Ти був з нами, Боже, до цього часу, Господи Ісус, Ти благословив наше життя, Боже, Ти привів нас в дом молитви, Боже. Ми дякуємо, Боже, що Ти благословив наші сім'ї, Боже. Ми є сьогодні на цьому місці, Господь, ми дякуємо, що Ти відкрився нам, Боже, що ми знаємо живого Бога, який прийшов, вмер і воскрес, щоб ми мали вічне життя, Господь, допоможи нам цінити пролитою кров'ю, Господь, допоможи нам цінити Голгофою, Боже, допоможи нам цінити, Господи Ісус, Твоїм Сином, Боже, який віддав своє життя за нас, Боже, Ісус, Боже, допоможи нам іти по цій земній дорозі, Боже, не дивитись, Господи, нам по сторонам, а дивитись на Тебе, на розп'ятого, на знову грядущого, Боже, Ти скоро прийдеш за своєю церквою, Боже, забрати її в небеса, Боже, допоможи, Господи, бути без п'ятнає порока, Боже, бо нічого не чисте, Боже, не війде в небо, Господи. Благослови мати чисте серце, Боже, бо тільки такі побачать Бога. Благослови нас, Боже. Благослови, щоб ми очищалися, освящалися, Боже, Ісус, до зустрічі з Тобою приготовлялися. Благослови нас, Боже, на це вечірнє служіння, Боже. Благослови, Господи, кожного брата, кожну сестру, Господи. Тобі хай буде вічна слава, Дух Святий. Амінь. Thank you.
Слава Господу, братья да сестры. Очень рад быть сегодня здесь с вами. В этом году я попросил, чтобы Господь благословил, чтобы нашел, как меня пользовать больше и больше. И вот приходит такой момент, где просят проповедовать и уже отказаться, как будто неправильно. Поэтому слава Господу, что Он отвечает на наши мольбы. Он знает, что нам всему лучше и знает, как это надо делать. Каждый Новый год люди, они настраиваются иметь такую как бы новую жизнь. У них это, они чувствуют, что у них как будто чистый лист Нового года. И в этом году надо правильно все начинать, надо все делать лучше, чем в прошлом году. Все по всему миру думают, в этом году я буду укрепляться, я буду правильно пытаться, я буду в этом году читать 3 книги каждый месяц. И надумают всякие такие резолюции для своей жизни. И, ну, говорят американцы, Новый год, новый я. И каждый год они так повторяют, и через 1,5 месяца очень многие люди, они сдаются и оставляют это, и говорят, ну, в следующем году получится лучше. И когда вот люди вот хотят улучшаться, это хорошо. Христианам тоже очень многие говорят, в этом году я стремлюсь больше молиться, больше читать, больше идти на служение. И слава Богу за это, когда есть такая вещь, как Новый год, где есть такое вдохновение, чтобы начинать себя улучшать и приближаться к Господу. И даже не надо ждать Нового года, чтобы каждый год начинать больше молиться, читать больше. Это можно в любое время, когда Дух Святой касается, надо просто взяться за дело и начинать. И этого я видел очень много в прошлом году. Когда мы приходим на молитвы, я вижу, как наша ревность, как люди больше желают, особенно на молитвы, как вот это, которое по вторникам, вот это служение. Видно, как больше молимся за друг друга, за церковь, за детей, за старцев, за молодежь и за окружающих. И слава Богу, что Бог ставит это желание, это стремление. Я знаю, что последние эти годы, это были трудные времена, когда пандемия, когда вот цены поднимаются, а зарплаты особо не очень. Мы видим, что жизнь становится труднее и труднее. И, к сожалению, похоже, что в этом году, наверное, будет то же самое, будут продолжаться эти трудности, эти неудобства в жизни. Но все-таки мы должны были быть готовы на такое, потому что нам уже давно пророчество за пророчеством Дух Святой напоминает и предупреждает, что тяжкие времена приближаются. И поэтому сегодня я здесь хочу как бы напомнить вас, о чем наша жизнь, чтобы немножко так поддержать и напомнить вот эти духовные как бы обещания, которые мы даем Богу, которые мы даем Иисусу. Я вспоминаю, например, Даниила в Библии. У него было много трудностей в жизни. Его забрали от своей, его семьи, его забрали от его страны. Он пошел в совсем другую культуру, совсем другой язык. Но он был верен Господу, он держался за те учения, которые он имел, и он держался за Господом. И через это Господь его сильно благословил. Даже когда пришло это время, когда пришел этот закон, что поклоняться могли только царю, Даниил, он даже не побоялся, он не имел никакие сомнения, он все равно продолжал эти 3 молитвы в день в сторону Иерусалима. И через это я верю, что Бог его благословил. Мы потом видим вот эти видения, которые он видел в конце света, и эти благословения, которые он получал. А также вспоминаю Иосиф, когда его братья предали, чтобы из ненависть против него, он тоже прошел много трудностей. У него был добрый отец, но его братья ненавидели, и они, видно, очень часто смеялись над ним, издевались, и я уверен, что много больше делали, наверное, били, наверное,
всякую гадость ему делали, но он был верен, он держался за Господом. И когда он был в Египте, он там тоже был верен, он держался за эти принципы, которые Господь его учил, которые он знал, он должен был держать. И через это он тоже был благословен, он потом стал втором месте во всем Египте. Ему царь сильно, египетский фараон, он сильно ему доверял, и через это он мог спасти множество людей, и это все милость Божья, это что получается, когда мы верны Богу, когда мы идем за Его пути и выполняем волю Его, через нас Бог благословляет нас, а также окружающих, и это свидетельство, это свет, это соль для тех, которые вокруг нас. В Библии написано, что Бог обещает, что Он будет держать нас за руки, что Он будет вести нас. Поэтому мы всегда можем надеяться на Господа, всегда можем Ему доверять. Но, конечно, бывают такие времена, когда приходят эти трудности и чувствуется, как будто Бог оставляет. Мы устаем, мы чувствуем, как наши руки в молитве, они слабеют и начинают падать. Есть очень много вот эти нужды, у нас есть очень много переживаний. Переживаем о болезни, мы переживаем о как платить, мы переживаем о работе, о детей, мы переживаем о окружающих. И бывают всякие проблемы, которые мы не ожидаем, и вроде мы идем за Богом, мы делаем все правильно, но приходят эти трудности, и мы думаем, почему. И это нас огорчает, это нам очень сложно делает. И приходит это уныние. И я помню вот местечко такое интересное, кто-то пишет о унынии, и они пишут, уныние – это недовольствие с прошлым, это отвращение к настоящему и недоверие к будущему. Это результат от него от слепоты. Это неблагодарение за вчерашнее благословение, и это безразличие к сегодняшней возможности и неуверенность в силах на завтра. Это незнание присутствия Бога, равнодушие к нуждам ближнего и неверие к обещанию Его Слова. Это очень такие строгие слова, и в самом деле, когда мы позволяем это уныние, это переживание продолжать так в сердце просто крутиться и крутиться над нашими головами, мы потом забываем часто быть благодарным и быть этим светом. Я помню, вот было вот это свидетельство, где женщина, она молилась за сына, я не помню именно, что за нужда, но она молилась, и не видела результаты, и потом решила, она уже не будет этому жде молиться. А потом ей приходит видение, есть стакан, и он почти переполнен водой, но еще не истек. И ей открыто, что это ее молитвы. Если бы она еще чуть-чуть продолжала молитвы, был бы ответ на эту нужду, которую она имела. Когда нас окружает уныние, так важно, чтобы мы вспоминали, куда нам смотреть. Когда человек уныл, он всегда смотрит вниз, у него всегда настроение идет вниз. Вот это, когда мы должны вспоминать, что надо смотреть вверх на Иисуса, потому что только через Него мы найдем наши ответы, только через Него мы найдем надежду. Если мы открываем к 2 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха, тут написано, что это Павел говорит Коринфянам церкви и говорит, «Я гораздо больше был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками». Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел корабля крушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях,
в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море и в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бреди, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, кроме построенных приключений, построенные приключения, у меня ежедневное встречение людей, забота о всех церквях. Павел здесь, он рассказывает все вот эти переживания, которые он проходил в жизни, проходил физически, проходил эмоциональные и также духовные. Ему было нелегко, он очень часто сидел в тюрьме, он уверен, у него была спина вся разорвана от все эти битвы, которые он проходил физически. И когда бывает мне сложно, я вот вспоминаю вот это место, а также все другие христиане, которые сейчас живут, например, в странах, где христианство запрещено. Люди, которые там, они страдают намного больше, чем я. Я живу сравнимо, вообще благословенно. Но читая, как Павел страдал, но он продолжал всегда наблюдать на Иисуса, он всегда продолжал молиться и действовать по воле Господнем. Это настоящая вера у него была. И это мне лично, это огромное вдохновение иметь такой пример в Слове. И лично я, живущий почти всю жизнь в Америке, у меня особых таких трудностей не было, где я был в опасности, как Павел. Но я знаю, что многие из вас, которые жили в Советском Союзе, вы проходили такие трудности в жизни вашей, проходили гонения, некоторые сидели в тюрьмах, вы тоже проходили вот это издевательство над нами за вашу веру, но вы держались, вы остались в вере, и я уверен, что хотя очень часто было сложно проходить такие трудности, вы остались верны. И я просто хотел бы поддержать вас и напомнить, для чего мы все это как бы проходим, зачем мы остаемся в таких трудах. Это потому, что мы знаем, в конце у нас будет нечто больше, у нас есть к чему стремиться. Мы знаем, что жизнь наша здесь, она как пар, и что когда это все закончится, у нас есть место иное, которое лучше, и где все вот это будет для нашего благословения. Поэтому хотел бы просто как бы поддержать вас, как бы подобрить. Я знаю, что когда попадается, что в руке осколок получается, мы не просто немножко стараемся его вытянуть, а потом, ладно, он рано или поздно уйдет. Когда мы ее остаемся, эта боль, она начинает как бы становиться сильнее и сильнее, она больше и больше нам мешает. Когда у нас получается такое неудобство, мы сразу идем, и мы делаем все, что можем, чтобы ее вытянуть, потому что мы знаем, что она не должна там быть. Чтобы тело было здоровое, чтобы не было инфекции, обязательно надо в это вырвать. И хотелось, чтобы с такой же ревностью мы всегда стремились к Господу, чтобы вспоминали, в чем наша цель, чтобы мы продолжали наши молитвы, и чтобы продолжали чтение наше, продолжали приходить на служение. Я знаю, мы много молимся сейчас о молодежи, и могу сказать, что я думаю, что сейчас есть действие, потому что молодежь, они сейчас имеют эти переживания, они, хотя, может быть, медленно действуют, у них есть эти мысли, они понимают, что надо поменяться, надо двигать свое движение в другую сторону и направляться к Богу. Поэтому я бы хотел попросить вас, чтобы вы продолжали эти молитвы за молодежь. Молодежь, она их чувствует. Я уверен, что если бы наша церковь не молилась за нашу молодежь, то она бы намного хуже, она бы ушла в мир, и было бы просто
такое горе для нас всех, зная, что они пошли туда и не держат за слово, которое мы все имеем с детства. Заканчивать я просто хотел бы прочитать пару мест. Матфея 24:13 написано: «Претерпевший этого же до конца спасения». Также хочу Филиппийцам 1 глава 6 стих. «Будущий уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Давайте мы встанем на колени, просто прославим нашего Господа, что держит в руке своей, и чтобы Он нас благословил и держал нас дальше, укреплял нас в духе и в теле. Слава Ему! Аминь! Аллилуйя, 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 аллилуйя
Всемогущий Господь, мы преклоняемся, мы славим имя Твое достойное, великое, слава и вихвала Тебе да пребудем. Мы благодарны, Боже, что сегодня Ты не оставил нас, мы сегодня до сей день видим Твою руку милости и любви над нами, Ты сегодня здесь, на этом месте, да пребудет Тебе слава и хвала, вечный Бог. Мы благодарны за то, что, Господи, Твой Дух Святой действует между нами, что сегодня, Господи, есть ревность приближаться к Тебе, что, Боже, мы видим, как Ты действуешь между нами. И мы поклоняемся, прославляем Тебя, Боже, за то, что Ты нас не оставил. Мы просим Тебя, Господь, Ты наполни и благослови каждого с Духом Святым больше и больше, чтобы больше мы стремились к Тебе, Бог мой. Ты помоги, чтобы наши молитвы, они наполняли, чтобы чтение Слова, оно исполнялось. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай это ревности и желание приближаться больше к Тебе, мой Бог. Ты благослови каждого, Ты на этом месте, мы просим, Ты ответь на мольбы, и Ты помоги, Господи, иметь это терпение, когда мы ждем Твоих ответов, ведь все в свое время, Боже. И Ты знаешь, когда и что делать. Мы просим, Господь, Ты благослови каждого, Ты дай нам мудрости и благословения Твои, чтобы мы действовали правильно по пути, который Ты устроил для нас. Ты благослови, Боже. Мы просим, благослови дальше, прибудь с нами на этом служении, благослови, веди словом и пением. Ты, Господь, наша надежда. И да прибудет Тебе вся хвала и слава, вечный Господь наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Слава Богу! Твої милості, я думаю, на цей день много людей шукають милость від Господа нашого Ісуса Христа, бо Він добрий. І коли сьогодні, ну, багато людей, ми знаємо, що вони больні, поворачуєш сюди, не бачиш сестер старших, тут а не бачиш, ну, декого і старших, бо вони поболіли, причина є. І так всі хочуть милості від Господа. Я думаю, кожен молиться, хто болів, кожен, хто слабував. Я думаю, кожен хоче побистрее бути здоровим, бути повністю, щоб все було хорошо, славити Господа. Коли нам все добре, буває часом, як приходить такий момент, як вже говорилося, як будто трудно славити Господа, як будто часом не хочеться. Але коли приходить якась болість, трудність, ми так ждемо, Господи, якби було все добре, я би так легко, так би хорошо Тебя славив. Але хотілося ми во всяке время були благодарні Господу за те, що ми маємо в житті нашій. Чи то, можливо, в здравій, чи то, можливо, болість якась приходить. Господь, чи там, чи іначе, Господь завжди з нами, з Церковою Божою, своїм народом. І хотіли ж ми во всяке время, ну, так само довіралися Господу. Муж Божий Йов, який був праведний, він, будучи в такому положенні, що друзі не говорять про нього добре, жена теж, якби не сильно за нього заступається, остається кожен кості, він не знає, що робити, але каже, я знаю, що прийде цей день. І той самий Господь встановить мою у цю розпадаючу кожу. Він вірив Господу, він теж хотів бути здоровим, але його це постігло. Він каже, трудно йти мені проти Господа, якби на суд, мені трудно, трудно мені боротися з Богом. Він каже, проклинає свій день і каже, я би не хотів би родитися, наскільки трудність була, наскільки його тяжка ця болість була. Але прийшла милость від Господа. Я вірю, кожному із нас Господь дає цей час. І ми сьогодні в Домі Божому, навіть коли ми сьогодні всі на цьому місці можемо славити Бога, ми повинні благодарити і просити Господа милості за тих, котрі нема сьогодні серед нас, щоб Господь їх підняв, щоб Господь їх уздоровив, щоб Господь помог їм на їхньому місці, щоб вони на другий раз могли бути в собранні. Я думаю, молоді часом не завжди так хочуть бути в собранні. Але коли я говорив з старшими, і сьогодні навіть говорив з однією жіночкою, з нашою сестрою з церкви, вона каже, я так хотіла бути в собранні, я так хотіла і в воскресенье бути в собранні, але по причині болезні. І ми часто думаємо, і собі задаю вопрос такий, ну, в старших буває така ревність по Господі, завжди хочуть бути в собранні, а в нас часто буває, ну, нема желання, нема хотіння, хай поможе нам Господь, що ми во всяке время желали бути во дворах Господа нашого Ісуса Христа. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, читаю 7 стих. Такі слова, просіть, і дано буде вам, іщіть, і найдете, стучіть, і отворять вам, ібо всякий просящий получаєте, іщущий находить, і стучащому отворяє. В друге місце прочитаю Луки, 12 глава, 29 стих. І так, не ищите, що вам єсть, или що піть, і не беспокойтесь, потому що всього этого ищуть люди мира сего. Ваш же Отец знає, що ви имеете нужду в том. Найпаче ищите Царство Божьего, і все это приложиться вам. Оце слова Ісуса Христа. Це не говорили навіть апостоли, це не говорили пророки, це говорив сам Ісус Христос. І Христос говорить, каже, просіть, і дано буде вам. Стукайте, і відчинять вам. Шукайте, і знайдете. Ібо каже всякий, не просто якийсь любимчик, але всякий, хто шукає, то він знаходить. Хто іще, він получає. Хто стукає, тому відтворяє. І Христос це говорить до кожного із нас,
якщо ми будемо всякі шукати Господа, шукати того, що потрібно для нас, то ми будемо получати. Сьогодні люди, хто-то, можливо, шукає якогось певного заробітка, і він його знаходить, він має. Хто-то шукає, можливо, собі красивий дом, він теж його знайде. Хто роботу шукає, і написано, хто шукає, той знаходить. І можна знайти, і люди знаходять. Хто, можливо, шукає своє життя, щоб воно устроїти, щоб красиво прожити. І часто люди цього міра знаходять і так живуть, до того достигають. І ми знаємо, що люди навіть цього міра, які вони не знають Бога, але ставлять собі якісь певні високі цілі, і вони їх досягають. Ми знаємо тих людей, вони багаті люди, ставлять цілі. Вони падали, вони спотикалися, але вони піднімалися, і вони ставили високі цілі, і вони їх досягали. Але ми знаємо, що це невіруючі люди, вони не мають прекрасні сім'ї, вони не знають Господа, вони якби не того шукали. І Христос говорить, каже, шукайте і просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете. Але що шукати, це зависить від кожного з нас. Ми повинні шукати не те, що люди цього міра шукають, ищуть, а шукати Господа. Ищіть, як Христос в другому місці каже, найбільше ищіть Царство Божого і правди Його, а все іще, друге, воно приложиться вам. Бо, каже, часто люди, вони ищуть, каже, похоже, Христос говорив, і так, не ищіть, що вам єсть, или що піть, или і не беспокойтесь, тому що всього цього ищуть люди міра сього. Ваш Отець Небесний знає, в чому ваша нужда. Люди цього міра, вони ищуть і заботяться о собі, вони шукають і дещо знаходять. А Христос людям, своїм церкві, своїм тим, які повірили в Нього, Він каже, ви не беспокойтесь, бо я про вас забочуся, я пічуся о вас, я про вас бодрствую, якби Господь наблюдає за вас. Він в другому місці каже, посмотрите на птиць небесних, вони не сіють, не ждуть, але вони, Господь про них заботиться. Такий Господь наш добрий. І Господь нас є і в цьому собранні. Господь про нас заботиться так само. І ми є в цьому в собранні. Ми повинні шукати Господа. Найбільше, що ми шукали, ми повинні шукати нашого Ісуса Христа. Во всяке время люди цього міра, вони по-другому шукають. І коли ми читаємо навіть в Старому Заповіті, люди, народ Божий, як вони удалялися від Бога, вони шукали, не Господа, вони шукали свого. Кожен розворачувався на свої дороги. Царі, вони бачили свої цілі, вони отвращали людей від Господа, робили неугодне Господу. Ну, були царі і люди, які навертали людей до Господа, вони шукали Бога. І то, що вони іскали Господа, Господь благословляв їх, і народ Божий, весь Ізраїль був благословений, тому що цар іскав Господа. Якщо ми в житті своїй, в нашій сім'ї іщемо Господа, то не тільки ми благословені, але наш дім, наша сім'я, наша родина, вона благословена. Якщо ми шукаємо Господа, не просто так, але іщемо Його з іскреним серцем. Люди, коли ми читаємо в Старому Заповіті, шукали Бога, вони любили Бога, і Господь був з ними. Нагадується один момент за Мойсея. Мама Мойсея, коли народила хлопчика, написано, він був дуже красивий, вона його ховала від людей. Ми знаємо, що яка там історія була. Вона 3 місяці ховала, потім знала, що не може ховати. Вона взяла оцей сплила, цей ковшик, вона його покрила асфальтом, положила туди маленького хлопчика і впустила на цю річку. І ми знаємо, що його там знайшли, підняли. І вони, потім ця сестра його приходить і каже до цієї фароної дочки, каже, це дитятко, я знаю, хто може покормити, бо там стояло вопрос, хто може покормити. І вона приводить маму до цього хлопчика. Ми знаємо, хлопчика назвали Мойсеєм, і коли цей хлопчик возростав, в мами своєї. І ця мама в маленькому хлопчику, коли він ще був маленький, кормила його молочком, воспитувала його, бо вона знала, що прийде деяке время, він подросте, і вона заведе його до дочки фараонова. І прийдеться йому її віддати, її дитятко. Це було трудно для мами, яка знала Господа, знала закони Божі.
Це було її дитятко. Це дитятко було не просто якесь єгипетське. Ми знаємо, що це було іудейське дитятко. Воно мало бути для Господа. І ця мама так влагала в його серце ці слова. Я думаю, Біблія не описує всього. Но прийшло время, коли апостол Павло вже до євреїв, він каже, що коли Мойсей воздорос прийшов, то він не захотів бути ось тим народом єгипетським. Він, знаючи учобу, знаючи їхню мову, знаючи їхнє учення, він не захотів там бути, маючи якийсь певний статус, фінанси чи щось інше, він захотів йти страдати з народом Божим. А все послужило то, що мама одноразу шукала Господа і влагала в серце оцього хлопця, малого свого сина, слова того Господа. Я не знаю, як вона це робила, але я думаю, що кожною молитвою зранку вона вставала і просила Божого благословення. Господи, благослови моєго сина, моєго оцього, який я маю віддати на ці свої другі ці жінці. Благослови, що він був твоїм дитятком. Він посвящав, я думаю, вона для Бога. І вона шукала Господа. І це воно послужило то, що коли цей возріс, прийшов возрос, він не захотів бути отам в Єгипті, він захотів бути з народом Божим. Хотілося, щоб ми своїх діток, своїх внуків воспитували так, щоб наші діти, наші внуки не просто возростали і захотіли бути в цій страні, отак як ми живемо, якийсь певний статус мати, але захотіти бути з народом Божим, шукати того, хто вгорі. Не просто, я не говорю чи за те, щоб мову не вчити, я не говорю. Говорю те, щоб мати оці позиції християнські, той те, що влагає слово Господнє, мати це, вчити наших діток, щоб прийти в возраст. Вони зрозуміли, я хочу жити так, як живуть мої родителі, як живе моя бабушка, дідушка, поступати по їхніх слідах, тому що вони добре жили, Господь був з ними, і я так само хочу жити. Це не просто, але ми знаємо, що так, вони, ця жіночка робила так, і вона отримала оцей милость від Господа, і цей дитятко возросло, і Господь через нього зробив велику милость і благодать для свого народу. Хай поможе в цьому Господь. Ми читаємо другу історію, я так собі нагадую, за Авраама. Авраам шукав Бога, був другом Божим. Господь сказав Авраам, ти будь, ходи передо мною і будь непорочен, будь чистий. Народився в нього перший син. Написано, прийшло чуть-чуть більше возраст, Господь каже до Авраама, Авраам, візьми сина свого Ісака і принеси його в жертву на одну із гір, я тобі скажу. І написано, там в Буття написано, що взяв Авраам рано вранці сина свого, осла, всього сідлав, дрова положив, а жертви не взяв. Іде з сином своїм, іде туди в жертву приносити. Три дня путі, через три дня починає син говорити. І каже, отець, а де жертва? Я собі думаю, ти три дня путі, син мовчить, іде з батьком. Сьогодні не сильно хочуть діти йти по дорозі з батьком своїм. Діти хочуть, мають свої напрямок, мають своє ведення, своє бачення, що ти, отець, понімаєш. Я лучше знаю, я лучше понімаю. Ну, я бачу в цій історії, син не спорив з батьком, з Авраамом. Він йшов біля нього, він був послушний. Три дня путі, вопросів много, де жертва? Ну, коли батько прийшов туди, положив це все, в'яже цього сина, ложить. Я думаю, це не просто було для сина, але він знав батька, він любив батька і був покорний Господу і своєму батьку. Це воспитання сина говорить про щось. Батько з мамою, будучи не просто молодий, це були вже старші люди, біля 100 років, воспитали цього хлопця, який по одрісі був послушний своїм батькам. Кається, це невозможно в сьогоднішній році, у 2024-му, воспитати благословених дітей. Но ми читаємо в Писанні, що це возможно. Невозможно це людям простим, але возможно Богу, якщо ми скажемо, Господи, я не сам буду робити, я з тобою буду це робити. Господь поможе, Господь благословить, і Господь так зробить, що я, як сказав один чоловік,
Каже, я і Дімі будем служити Господу. Хай поможе цьому нам Господь, що ми во всяке время так старалися жити для Господа. Але написано, Христос каже, шукайте Господа, так і доки можна знайти Його. Якщо ми не знайдемо перше Господа, то ми без Нього не зможемо ні воспитати дітей, ні сохранити сім'ю, ні мати благословенну родину. Без Бога нічого не зможна. Без Бога можна. Христос каже, люди в цьому мірі іщуть много чого. І ми знаємо, люди знаходять, мають прекрасні дома, фінанси, досягають певних вершин. Но ми знаємо, що ці люди, ні один не має прекрасну сім'ю. Вони всі не мають дружини, вони всі в розведені, дітей ні хороших немає. Оце так світ так учить. Но ми каже, Христос каже, якщо ви будете мене шукати, то вас так не буде, бо я буду з вами, і ваша сім'я, ви будете моїми, і воно я вас сохраню в цьому мірі. Христос молився за апостолів, за своїх учеників, і каже, я хочу, Отець, і прошу, щоб ти їх сохранив в цьому мірі. І я вірю це до кожного із нас. Господь молився, щоб ми, які будемо в цьому 22-му столітті просити Господа за свою сім'ю, за свою родину, перед Богом Господь буде з нами, Господь буде благословляти нас, навіть коли діти не будуть з нами, але ми влагаємо в їхнє серце уста, те Слово Боже, ці устави Господні, Господь буде з ними. Марія, другі, одна жінка, ми знаємо, і батько воспитував дітей, сьогодні говорилися про них. Но за їхнього останнього хлопця, передостаннього Йосипа, і коли вони його воспитали, його браття продали в рабство. І він в тому рабстві, він був молодим хлопцем, приблизно 17 років, попадає в Єгипет, не знає, не будучи біля батьків. Але він боявся зробити зло перед Богом. Він шукав Бога. Він боявся нарушити заповіді Господні. Він боявся зробити те, що, можливо, інші люди спокійно це робили. А він боявся, воспитання його це щось зробило. Він знав, що батько його це так не робить. Батько шукає Господа. І він шукав Господа. І він любив Господа. І навіть я вірю те, що коли ми воспитаємо так і будемо учити так, як учить Слово Боже, приводити дітей і шукати Господа перш за все, то во всяке время, навіть якщо діти не з нами будуть, Господь буде стукати в їхнє серце. Вони будуть боятися робити зло, тому що Господь буде в їхньому серці, в їхньому разумі. Хай нам поможе Господь бути разом зі своїми дітьми, своїми сім'ями. О, останній такий момент нагадаю за Ісуса Христа. Ісус Христос, Його теж воспитували мама Марія, батько Йосип. І коли вони Його одного разу привели в Єрусалим на поклоніння в храм, вони Його там забули. І вони оставили, бо вони подумали, що Він з родственниками назад іде. Він остався в Єрусалимі. 3 дня путі, вони день пройшли, вони побачили, що нема сина. 3 дня вони шукали Його, знайшли Його в храмі. Про що говорить, наскільки батько і мати заботяться про свого сина. Не написано, що його шукали дідусь чи бабуся, а його шукали батько і мама. Хотіли, щоб ми своїх дітей воспитували, самі старалися, щоб влагали в їхнє серце Божі уста. Не вложили оце, що нам Господь доручив. Господь нам дав своїх дітей, і ми їх повинні воспитувати. Да, є бабуся, дідусь, вони можуть воспитати, помогти, але відповідальність на нас. Хай поможе нам Господь, щоб ми не переложили свою відповідальність на дідусь, на бабусю, щоб вони не воспитували, але ми повинні воспитувати. Вони поможуть советом, а ти повинен бути сином і дочкою своєю во всяке время, бути, коли навіть йому трудно, вони шукають його і знаходять там в Єрусалимі, там в храмі свого сина. Хай поможе в цьому Господь, щоб ми шукали Господа во всяке время, добре, чи то, можливо, погане время, але шукали Господа. І коли ми будемо шукати, Господь поможе знайти нам, знайтися нам, що ми його знайшли. Бо Христос говорить, каже, найперше ищіться Царствія Божія, а все іноє приложиться вам. Хай поможе всім нам Господь, що ми іскали того, що хоче, щоб ми його шукали, Господь. Одні люди, які були в пустині, йшли з Єгипту, написано,
коли вони прийшли в такий момент, що не було Мойсея, Мойсей був на горі, він получав заповіді від Господа, а народ, який там його ждав, він побачив, що нема Мойсея, їм скучно стало. Вони сказали до Аарона: давай будемо робити якогось Бога, зроби нам якогось Бога. Вони і шукали, а як зробити? Зроби нам оцього істукана, з чого зробити? Золото почали приносити. Почали приносити все своє украшення і шукали, як зробити. В пустині, де нема ніякої печі, де нема, щоб золото розпалити, там температура. Ну вони так шукали, що вони знайшли, як розпалити золото, знайшли, як зробити цього істукана, зробили це. Коли людина шукає, вона знайде. Але якщо ми шукаємо Господа, ми теж його знайдемо. Якщо будемо шукати з іскрим серцем, якщо ми шукаємо якийсь певний гріх, ми його знайдемо. Ми шукаємо якийсь розврат, ми його теж не знайдемо. Шукаємо розлічення, воно теж не прийде. Але хотілося, щоб ми шукали Господа во всяке время. Давид каже: з раннього утра я іщу Господа. І коли ми з раннього утра шукаємо Господа, Господь на наших устах, в разумі нашому, благословенне життя, благословенні сім'ї, благословенні родини. Хай поможе в цьому Господь нам, що ми во всяке время шукали Господа, доки можна знайти Його. Чи ти сьогодні старший, старик, стариця, чи ти, можливо, молодий, чи ти старший, ну, в преклонних літах. Господь каже: я всім кажу, і вам те саме кажу, пильнуйте, бодрствуйте. Тобто, во всяке время іщіть Господа, доки можна знайти Його. Так Господь говорить сьогодні до кожного з нас, що ми не іскали того, що всі люди іскають цього міра. Але найперше, зіскаємо Господа, возривнуємо по Господі. Коли возривнуємо по Господі, Господь війде в наше життя. І побачимо, як Господь піде впереді, як з народом Божим. Коли йде сонце, жара, Він йде в хмарі. Коли, можливо, темнота, коли холод, зной, а Ісус, Бог, йде разом з ними в цьому огненому стовпі, і їм всім добре, вони мають благословіння, вони мають пищу, бо шукають Господа. Хай во всьому прославиться Господь. Йому хай буде слава. Амінь. Помолимося. О, славлю Тебе, Господь, величаю Тебе, амінь. Фарамане гету ламано стойзен, амінь. Ремене гету лабада 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 скіпада ремене клайзен. Алілуя. Аво, Отче, ремене скіпада клайзен, алілуя. Аво, Отче, амінь. Фарамане ламано скіпада ребада лабада глорія, амінь. Вера, вера, Дух Святой. Ком фарабада ребада 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 скім фарамен, амінь. Ромене гіто стойзен, алілуя. Кромене ребеде ребеде скіпете ремен глайзен, амінь. Алілуя. Аво, Отче, Дух Святой. Ремене скіпете ремен глорія, амінь. Дух ласки неба ребеде ребеде скімен гламен. Ірмане гету лебеде скіпете ребеде ремене глорія, амінь. Слава, слава Ісусу, амінь. Храману готу лемен глайзен, ірмене гіто лебеде скібедере бедере бене глойзен, амінь. О, Дух Святой, амінь, алілуя, велика Твоя забота, милость Твоя ще, Господь, до кожної з нас. Кремене готу лейзен, іспара гету лемене скібедере бене глайзен, амінь. Кромене скемен глайзен, амінь. Слава Ісусу! Слава Ісусу, амінь. Кроме лебедеребедеремелеске бедегламен. Урбедеребедеребедеремелеске бедеглайзен, алілуя. Іспарамелеребедеремелекетуламен, амінь. О, слава Тобі! Слава Тобі, Господи! Ми доручаємо своє життя Тобі. Ми хочемо, Господи, щоб Ти життю нашу руководив. Щоб Твоя забота була над нами. Щоб во всяке время Ти йшов з нами, з народом своїм. Алілуя! О, Господи, нам добре, коли Ти з нами. Амінь. Коли Твоя заступницька рука йде поблизу з нами, Господи, відчуваємо Твій благодать. Амінь. Романо гету лебене скемен глорія. Іспарамене гету лебене скіпатаремене глойзен. Амінь. Ормене лебеде лебеде скіпете ребеде глойзен, алілуя. Аво, Отче, арфа ребеде лебеде скіпете ребеде глайзен.
и скоро ведагету ламанусски потеремели глориями. Аллилуйя Иисусу! Аллилуйя Иисусу! Слава! Арфарамеле гету ламанаремен! Ремеле гиту лебедаски потеремели глория! Аллилуйя Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Иисусе! Аллилуйя Тебе! О, благодать велика Твоя! Кремеле скемен глория ми! Комфарамеле гету ламанарайсен! Ремеле лебеде лебеде скипете ребеде лемеле глойсе. Испаремеле лемеле скипете ребеде глойсе. Аллилуйя. Аллилуйя Иисусу. Аллилуйя Иисусу. Ты с нами. И ты сегодня в цьому собрании. Аллилуйя. Велика забота Твоя, Господи, є над нами. Аллилуйя. Ми сьогодні в домі Твоєму. Слава Тобі, Ісусе. Амінь. Ремене гету лабадереба декламен. О, Боже Господи, прославити Твоє лице. Прославити Тебе, бо Ти достойний слави. Достойний честі і подяки. Амінь. Армене стомена. Ремене гету лабеде стомен глайся на ній. Вера, вера, Дух Святой. А в Отче ремене гету лаймен. Испарамене гету лабаду стойся на ній. Аллилуйя Ісусу! Слава Тобі, Господи! Подяка Тобі, Отець! Парамен! Гетура мене скіпете ребеде глойсен! Аллилуйя! Аллилуйя Тобі! Слава Тобі! Амінь! А в Отче! Ребеде гету лебеде стомен! Ремене гіту лебеде скіпете ребеде глойсен! Амінь! Господи! Кер парабеде лебеду стомен! Ремине гиту лебеде скебеде хелту ребеде ребеде гломен. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисусу! Достоин Ты хвали! Достоин Ты чести! Аминь! Аллилуйя! Ремену готу скемен! Ремине гиту лебеде хелту ребеде скебеде ребеде глойсен! Аминь! Ласка неба! Дух Святой! Аминь! Кер парабеде лебеде ребеде глойсен! Аминь! Урфарабаде гету лебеду стомене глайсен. Карпарамане гету кломене стойсен, амінь. Ромине гелтурибиду скеме гелтурибиду глорі, амінь. Слава, слава Ісусу, амінь. Слава Ісусу, амінь, алілуя. Кромене гету лемен. Іспарабаде лебеде лебеде скебеде лебеде глорі, алілуя, амінь. Испарабаделебаделебадескебаделебаде глойсен, аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой, арфарамане гету ламен, испарабаделебадескебаделебаде компарабаделебаде глойсен, аминь, аллилуйя, слава Тобі, аллилуйя Тобі, подяка Тобі, Господь, аминь, ремене гету скомен глайсен, Урфарамене гету ламану стомене глойсен, амінь. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Ісусе, амінь! Ремену стомене глойсен. Ти достоїй слави, Господь! Ти достоїй подяки, милості! Алілуя! А в Отче, Господи, велика Твоя забота ще сьогодні, амінь! Ти знаєш кожного з нас, хто є сьогодні в домі Твоєму! Хто молиться до Тебе, алілуя. Ми просимо, Господи, за народ Твій, за церкву Твою, Аво Отче. Хто, можливо, Господи, більше сьогодні на одрах болезні, в ім'я Ісуса Христа, уздоров, Господи, нехай кожна сім'я, кожна родина буде здорова, як і тілесно, так і духовно, Господи. Дай ревність по Тобі, дабы ми всі разом возревнували, о Господі, алілуя. Народ Твій, церква Твоя, ревнувала о дарах Духа Святого, амінь.
Амінь. Аллилуйя. Щоб ти був з церквою твоєю, з народом твоїм во всяке время. Ми разом хочемо, Ісусе, ми хочемо з дітьми, з нашими сім'ями славити тебе в цій церкві. Аллилуйя. Аво, Отче, щоб, Господи, твоя благодать була в цьому зібранні. Я прошу це ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Господи, обнови кожного старика і старицю, Господи, який ревнує у церкві твоїй. Аллилуйя. Дай їм здоров'я, Господи. Нехай їхні молитви не устають в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Нехай прийде твоє помазання на церкву твою, на народ твій, Господи, щоб ти Духом Святим зли свою благодать. Аллилуйя. На теперішнє покоління, на молодих, Господи, а в очі на дітей, а в очі Дух Святий. Аллилуйя. Нехай твоє обітування, яке ти записав в книзі своїй, нехай воно зливається на народ твій, а в очі на дітей наших, на молодь нашу. Аллилуйя. Даби вони іскали того, що вгорі. Аллилуйя. То, що вверху, а в очі тебе іскали в ім'я Ісуса Христа. А в очі ременеске бедегламер. Даби ми всі разом іскали твоєї любові, дари Святого Духа, помазання від тебе в ім'я Ісуса Христа. А в очі ремене гітоле бедегламер. Обнови, Господь, народ твій. Обнови церкву твою. А в очі голубицю твою. В ім'я твоє я прошу. Амінь. Ремене гітоле бедегламер. Бедегламер. Іспаре мене гетула ману стойся на мій. Вера, вера, Дух Святой. Аллилуйя тобі. Аллилуйя Ісусу. Кервана мене гетула бадаре бене глайсен. Іспаре мене гетула бадаре бене котулейся на мій. Аллилуйя. Аллилуйя Ісусу. Амінь. Керфара бадаре бене скемен глайсен. Ірбаде гетула ману стойся на мій. Аллилуйя. А в очі, ти знаєш, Господи, кожного, хто є в цьому зібранні, хто про що молиться, Господи, ти знаєш желання наші. Аллилуйя. І ми іщемо тебе, Господи. І ти знаєш, що ти дасишся знайти, а в очі наші проблеми, наші нужди, ти знаєш. І ми просимо ответі від неба. Аллилуйя. Ременецьке бедегламер. І ти сказав, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І ми просимо в тебе, Господи, а ти подай з ласки твоєї, а ти подай, Господи, з волі твоєї. І я прошу в ім'я Ісуса Христа. Аво, Отче, ремене гетула бадалама наглайсен. Аллилуйя. О, Дух Святой, скемене гетула мадалама наглайсен. Аллилуйя, аллилуйя Ісусу, парамене гетула маналайзе, аллилуйя, аллилуйя, парамене гітука, парамене гламе, аллилуйя. Аллилуйя. Они идут, рабита кереда, сида самен, видят, рабита ребята рекеда, то, что бедствия будут, рабита камен, видят страх, рабита темноту, рабита камен, но идут в радости счастье в моем, рабита керебида камен, ибо я их сила, рабита керебида камен. Аллилуйя. А теперь спроси себя на рабита рекеда камен. О, где моя сила, рабита рекеда, о, рекида рада шима на радесен, если умер я, рабита камен, рада сомен, допускаю ли я ропот, рабита керебида камен, о, широ, рабита Рекеде сонто, я тебе говорю, раби теремене рекламен, отклоняй ты Бог, раби да кереби да кламен, открой свое сердце передо мною, раби да кереби да кламен, пойми, раби да кереби да кламен, то, что я и сила, счастье, любовь твоей жизни, раби да кереби да кламен, о, много будет сильной тяжести, раби да кереби да кламен, много будут трудностей, раби да кереби да кламен, оно идет, народ, раби да кереби да кламен, не сомневайся в этом, раби да кереби да кламен, но ищи счастье в имени моем. Я буду любить, раби да кереби да кламен, изливать любовь и благодать, раби да кереби да кламен.
камень. Все семьи ребида реда санта ребида кемен, у которого жертвенник горит ребида ке ребида камень и не перестает горать ребида кемен, когда идут трудности ребида ке ребида камень. Не унывай, народ мой, ребида ке ребида камень. У меня есть много-много утешения, много любви ребида ке ребида камень для всех сердец ребида кемен, которые допускают ребида ке ребида камень, ребида ке ребида ропот ребида ке ребида камень. Все сердца, которые поломаны ребида ке ребида камень, которые есть раны ребида ке ребида камень, аллилуйя, которые молятся мне и говорят: Бог, я не знаю, как ты поможешь, но у меня есть помощь, у меня есть бальзам ребида ке ребида камень. Я хочу все убрать ребида кемен, я хочу ребида ребида редесен исцелить мой народ ребида ке ребида камень, чтобы он шел и исцелял мир ребида ке ребида камень. Аллилуйя, слава Господу. Алфа, Отче, благословенний ти Бог. Аллилуйя, ти з нами. І в цьому зібранні забота твоя. Амінь. Аллилуйя. Ромене гету лабада скебеде глайзен. Господи, в ім'я твоє ми зібрані сьогодні. В ім'я твоє, Господи, ми збираємося. Ми слово говоримо, ми співаємо пісні. Алфа, Отче, ремене гету лабада ремене глайзен. Нехай Твоя забота буде над церквою Твоєю постоянно. Господи, Ти не оставляєш нас. Ти з нами во всяке время. Амінь. Слава Тобі, Господи, за Твої чудні обітування, які Ти говорив. Алілуя. Вони є з нами. Ми хочемо, Господи, що Ти во всяке время, Господи, був з нами. Поможи, Господи, нам держатися і сповідання Твоїх, Ава Отче, щоб ми не оставляли Тебе, Слова Твого, Господи, уставу Твоїх і законів Твоїх. В ім'я Ісуса Христа, Господи, надалі благослови це собрання, Слово Твоє, кожен з нас, в ім'я Ісуса Христа, будь прославлений і возвеличений, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Мои молитвы, Сын.
Приветствую вас, братья и сестры. Рад быть с вами в Доме Господнем. Кажется, так немножко времени прошло, но так быстро пролетело. И 3 месяца как и не бывало. Когда я заболел, когда прошел операцию, как-то вернулся в церковь, потом отсутствовал еще 3 недели. Получилось, у меня дочь старшая уехала жить во Флориду. Теперь они в теплом крае. И я как раз имею эту возможность, помог им переехать. И желание было как раз посетить некоторые церкви во Флориде и в Саут-Каролина. И вот сегодня здесь мы в Новый год вступили. Опасное, трудное, тяжкое время, оно наступило для всех христиан. Хоть слово Господне сеется семя, но сеет и враг свой искусный обман. О, род развращенный, лукавый и гордый, еще долго терпит Господь это все. Из плевела всех ни один им не сорван, ведь с плевелом рядом пшеница растет. Старается дьявол разрушить дом Божий, и если возможно спасенных прельстить, через экумению святых уничтожить, учением ложным в погибель ввести. И в доме большом все смешалось как будто, так трудно порою понять, кто есть кто. Но знает Господь неразумных и мудрых, но знает своих от начала Христос. Хоть кажется, все поклоняются Богу, ведь мир христианский не против Христа, но чистых сосудов у Бога немного, а в доме большом есть и нечистота. Одни отступили от истины Божьей, другие от всякой неправды бегут. Кто в истине ходит, тот зло превозможет, кто злу уступил, тот открылся врагу. Повсюду идет отступление снова, и мир обезумел, предвидя конец, но всем возлюбившим явление Христово Господь приготовил нетленный венец. Опасное, трудное, тяжкое время, оно наступило для всех христиан. Хоть слово Господнего сеется семя, но сеет и враг свой искусный обман. Как я сказал вначале, что было желание такое, и Бог дал эту возможность, и я побыл в 3 церквях, и благодарен Богу, что побыл, и в одной церкви дал Бог возможность, и я проповедовал, но не об этом. То, что я сегодня хочу говорить, оно уже тревожит мою душу, мое сердце очень давно. Но есть моменты, которые я их как бы немножко не замечал. И вот, может быть, что когда ты посещаешь новые церкви, оно как бы больше, ну, приходит это. Потому что, когда, помните, я проповедовал, говорил, что на 3 главу Откровения, там написано, что нужна глазная мазь, чтобы помазать, чтобы видеть. И вот благодарность Богу, что Бог эту глазную мазь дает, потому что ее нужно приобрести. И здесь вот в нашей округе я практически мало был в каких-то церквах, и на это сильно не обращал внимания, на что я сегодня обратил внимание. И хочу сегодня читать место Священного Писания, это будет Откровение, потому что мы сегодня собрались молиться, и это очень для нас важно. Важно, потому что, чтобы вот сегодня все проповеди были направлены на то, чтобы приблизиться к Богу, искать Царствие Господнего и правды Его. Потому что если мы не найдем Царство и не будем в правде Его, мы не приблизимся к Господу. Потому что, когда мы делаем к Нему движение, мы должны понимать, что нашему Господу, Иисусу Христу, нашему Творцу, Отцу Небесному нравится. А то, что Ему нравится, Он здесь нам дал в этом слове. И именно хочу именно об этом слове говорить. Я хочу прочитать, это будет последний стих 17 главы и с 18 главы также некоторые стихи прочитать. Это будет Откровение, 17 глава,
Последний стих. И 18 с 1 по 5 и потом 8 стишок. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, Бог, судящий ее“». Обратите внимание, на что я особо обращал внимание. Именно 4 стих, он говорит: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее“». Именно на этот момент: «и не подвергнуться язвам ее». Я думаю, что на протяжении этих лет, сколько иммиграция вот эта последняя, мы слышали многие, может, кто-то не слышал, я лично слышал многие, я присутствовал на тех молитвах, где Бог говорил, что когда Бог переведет сюда, Бог будет выводить народ свой из этой страны. Но и в свое время, когда беседуя с людьми, я как бы применял этот момент, это место Священного Писания, что нужно выйти. Придет время, нужно будет выйти. Но так ли на самом деле? Да, я согласен, и это придет момент, если Бог сказал свое слово, оно верно, истинно, придет момент, нужно будет выйти, и кому постучит, и кому скажет Господь, и если он послушается, пойдет, и для него это будет благо. Но есть не только физическая сторона, что нужно выйти, но есть и духовная сторона, что нужно тоже выйти. И я обратил внимание, почему здесь говорится именно, чтобы выйти и не подвергнуться язвам ее. Потому что, когда мы вышли из Египта, из мира сего, и если внимательно смотреть на Писание, Бог говорит, что поле есть мир, и на поле растут и плевелы, и пшеница. Но Бог прежде, когда враг сатана посеял плевелы, Бог посадил пшеницу, посеял. Но и плевелы, и Бог не корчует их. Он сказал: оставьте расти и то, и другое до жатвы. Не дергайте. Почему? Потому что, дергая плевелы, повредите пшеницу. А Богу угодно, чтобы собрать пшеницу в житницу, и Он предупредил, чтобы это. И не наша цель искать, кто плевел, кто пшеница. Каждый человек ходит перед Богом, и он должен себя проверить в свете вот этого слова, ходит ли он верно перед Господом или же нет. Важный аспект, что Бог предупреждает, трудности идут. И здесь мы видим, что написано: «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем». Если мы внимательно посмотрим и, слыша Божье слово, пророческое слово, мы видим, что о чем говорится. И если мы перелистнем чуть выше, потому что сама Откровение, оно не может написаться в одной главе все. И оно написано по порядку, но
многие главы, они могут совмещаться, как бы проходить вместе. Потому что, например, если есть порядок от снятия печати, мы видим, там есть порядок. Одна, вторая, третья. И мы сегодня разумеем, как многие говорят, что мы приближаемся к тому, что будет снята третья печать. Потому что есть люди, которые говорят, что вот уже трубы прозвучали, и все. Не так не может быть, потому что есть там порядок и там указание, что трубы появляются, те, которые должны будут семь труб трубить, при снятии седьмой печати. Потому здесь нужно разуметь, почему Христос сказал, что блажен читающий, разумеющий и исполняющий это слово. И здесь момент в чем, что состоит, что Бог нас предупреждает, что вот это придет. Но Бог желает нам благословения и блага. Потому что если мы будем в послушании Господу, мы будем сокрыты под Его рукою, под Его крыльями, под Его перьями. 90-й псалом так написан. И когда я размышлял над этим, о чем хочу сегодня сказать, что я заметил одну вещь, что сегодня мы когда-то, я, когда жили, мы переехали на Дальний Восток, я уже как-то делился, может, здесь, может, в другой церкви. Я ходил практически 7 лет мимо кинотеатра. Каждое утро и каждый после обеда, потому что в школу ходил. Утром, это 6 дней учились, ходил. И я никогда в нем не был. Никогда. В Украине, когда мы жили, да, я еще был подростком, маленьким таким еще, и такое как бы любопытство было. Учительница нас водила на мультики посмотреть, вот эти советские. Как-то было интересно. И родители нас учили, что не надо вам там ходить, все это. Но не запрещали. И однажды учительница у меня спросила и говорит: «А почему ты не хочешь пойти?» И я сказал, что мне папа с мамой денег не дают, чтобы пойти. 10 копеек стоило. Она говорит, пишет записку и говорит это родителям, что это. И говорит, на, родителям отнеси. И это, я понял, что я что-то неправильно сделал. И принес родителям, отец прочитал, посмотрел на меня так, это, не ругал, не наказывал. И потом уже время прошло, он побеседовал со мной, указал и рассказал. Но он сказал, что если учительница уже и позовет, то ты будь очень осторожным и внимательным. Ты можешь сходить, но при всем этом ты должен различать доброе от худого. И мы этого боялись. И как я говорю, что я ходил 7 лет, когда мы переехали, мне было, я третий класс, пол третьего класса закончил в Украине, и пол класса заканчивал уже на Дальнем Востоке. И сегодня я заметил одну вещь, что многие церкви стали строиться по принципу, по образу клубов, баров, кинотеатров, драмтеатров. И это очень серьезно. Почему-то в моем воображении, когда я побыл в нескольких церквях, это особенно, и это одна из них, это новая церковь, совершенно новая церковь. Низкий потолок, черный потолок, все это, черная сцена, все там, ансамбль, все, и ты смотришь, и ты присутствуешь, и ты думаешь, а куда же я все-таки пришел? И я молился, молился, пытался молиться, но молитвы не было. Молитвы не было. Стены темные, все, ни окон, одни только двери, получается. И я рассуждал над этим. Хотя это место Священного Писания, которое я прочитал, оно меня давно тревожило. Но в этот раз Бог больше показал.
больше показал на то, что в действительности вот такие церкви, они уже изначально, Бог не присутствует. Когда мы смотрим, когда собрался народ израильский на гору Кармил, что там происходило? Шуму было много, призывали Ваала, но не было ни голоса, ни ответа. Илия, когда уже пришло время вечерней жертвы, он помолился Господу, и пришел огонь, пришел шум, и была пожрата жертва огнем. Потому это очень серьезный момент. И беседуя с одним братом там, он интересную мысль мне сказал. Говорит, я начал молиться Господу и спрашивать, у него семья большая, и говорит, спрашивать, почему, Господи, у меня дети меня не слушаются? Почему вот они возрастают, вот все уже подростки такие, это, и они начинают все быть такими игривыми, идти против меня. И Бог однажды сказал ему, говорит, это он мне свидетель. Он говорит, Бог мне сказал, ты повесил в своем доме телевизор, и он контролирует твоих детей. И ты ничего не сделаешь, если ты не уберешь это. Он говорит, я убрал. И мы с ним беседовали очень долго, многие, много часов беседовали. И вот Бог так повел эту беседу, и я ему говорил и напоминал вот это место Священного Писания тоже за гору Кармил. Я говорил, шума было много, но не было ни голоса, ни ответа. Потому да поможет нам Господь размыслить над этим. Многие, может быть, скажут и так говорят, что вот ты, может быть, взялся за телевизор, вот тебе телевизор что-то. Ну, сегодня посмотрим компьютера, телефоны и другое, много разной техники. Согласен с вами. Но мы должны смотреть в корень. А корень этого есть телевизор. Что было прежде, самопервоначально издано людьми, издано врагом. От чего наши прадеды, наши отцы убегали? Мы иногда говорим, да, это так благословенно, так хорошо, что мы можем сегодня видеть, вот заболели люди, и мы можем, они могут там видеть наше служение. Вроде бы хорошо. Но я заметил одну важную истину и деталь, беседуя с другим братом. И он воспринял такой момент и метод, чтобы беседовать не прямо вот, как мы вот сидим, я с вами разговариваю, и мы можем чувствовать друг друга, и какой дух находится в нас. Если мы Духом Божьим наполнены, мы будем в единении. Но когда человек где-то, как-то, что-то, и если ты ему просто звуковое письмо отправил, он послушал, обдумал, и нету единения. И вроде бы человеку говоришь, и правильно говоришь, и вроде бы он понимает, и в то же время он говорит, а я не вижу в этом проблемы. Я говорю, почему ты не видишь в этом проблемы? Мы разговаривали именно за Деда Мороза, разговаривали за некоторые, за сани, за оленей. И это. Он говорит, дух, который был раньше вложен в это, он уже ушел. Посмотри на американские семьи вот предыдущих годов, 60-х годов, и обрати внимание, что они же учили этому. Но смотрите, в чем суть. Они учили, но восстало поколение, которое не знает Бога. Потому что Бог не есть Бог кинотеатров, Бог не есть Бог клубов, и Бог не есть вот этих всех воображениях и пониманиях.
Потому что за последнее время, именно где-то примерно с тех лет, очень стало много заходить вот этой ненужной информации, ненужных действий, и Бог начал уходить от церквей. И потому поколение, как бы ты ни воображал Иисуса Христа и младенца, и Марию, и тому подобное, поколение не будет знать Господа по одной лишь причине, потому что там нету Бога. Поколение будет знать Бога, когда Бог будет реально здесь, когда ты будешь иметь с Ним общение. Вот где будет Бог. И поколение, возрастая, оно будет стоять в Боге, потому что написано: «Настав юношу при начале пути, он не отвернется, и состарившись». Может быть, не в точности сказал, процитировал стих. И потому, обращая на это внимание, я хочу еще несколько моментов зачитать из Ветхого Завета, потому что Иисус Христос особо указывал, и оно указывало о Господе, о Иисусе Христе и о действии Божьем, и об обетованиях. И если мы вспомним, что, помните, есть благословение и проклятие. И вот Бог, предлагая израильскому народу, говорит: «Избери, избери жизнь, избери благословение». И для нас, особенно сегодня в это время, нужно быть внимательным. Потому что еще, прежде чем буду читать, еще один момент хочу сказать. Вот мы имели в воскресенье хлебопреломление, да? Но много людей не было. И чтобы послужить этим людям, нужно прийти к человеку домой, где он находится, и послужить, и принести, если возможно, вечерю. Мы ее не можем передать по интернету. Никак. Почему это очень важно? Чтобы мы разумели, что мы, чтобы посетить человека, нужно прийти к нему. И это важно. Почему Христос говорит, что «Был я в темнице, был я на одре болезни, и вы посетили меня». Именно вот это единение, вот эта молитва. Например, Иакова говорится, что призовут пресвитеров и помолятся, и молитва веры исцелит боящего. Именно даже, может, у того человека и не достает этой веры, но придя другие, пресвитера, диакона, молитва веры исцелит болящего. И вот важный момент, на что еще хочу обратить внимание, что если мы не выйдем, то поинт Бог указал четкий и ясный. Если мы не выйдем, то начнут постигать, может, смерть постигнуть, плач, голод и сожжение огнем. Почему сожжение огнем? Когда мы смотрим на вторую главу Откровения, там очень важный стих указанный. Это в Фиатирской церкви, там написано так: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Это говорится одной из церквей. И это есть строгое Божье слово. «Вот я повергаю ее на одр болезни и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Но страшное другое: и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». И еще вот эти вот стихи прочитаю, и мы будем идти к молитве. И смотрите, что Бог говорит. Когда израильский народ Бог вывел, Он сказал: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом,
и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». И в книге Судей еще записано, это можно еще другие места читать, но я не буду, я только еще вот это прочитаю, и мы идем к молитве. Книга Судей, 2 глава, со 2 стишка. «И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали. И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бохим. Там принесли они жертвы Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его, и в пределах его в Фимнаф-Сарае на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа, и делал не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа». Оставили Господа и стали служить Ваалу и Аштартам, и воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружающих их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно». Мы видим, что говорится, что когда умер Иисус Навин, и весь то поколение, которое знало Господа, знало все, что Бог совершил для Израиля, как Он провел Израиля по пустыне, потому что те, которые должны были умереть в пустыне, от 20 лет вышедшие, они ушли, но и те, которые родились в пустыне, они видели и знали все чудеса Господни, которые Он вел. И мы видим, что при всем этом, когда прошло момент, когда все эти умерли, то восстал род, который не знал Господа. Почему, как я и говорю, что когда люди не приносят... Вот интересный момент, что... брат говорил и напомнил о Моисее, что он с молоком матери впитал это, что мама молилась, мама его прятала, мама что могла, сделала. Но когда уже не было невозможным, она предала, я понимаю, это в руки Господа, потому что то, что Бог совершал, оно мы видим на страницах Священного Писания. Но важный фактор, что именно мама, которая родила, она также ему это вливала, и чтобы он ходил путями Господними. И смотрите момент, что они вышли из Египта, но как бы смотря на все, Египет не вышел от них. Бог сегодня, Египет – это как мир. Мы сегодня вышли из Египта. Бог нам открылся. Но мы имеем
вот эти народы, вот эти люди вокруг нас, мы имеем вот как вот эти терни, что как Бог здесь вот выше говорил, и я прочитал, что я не истреблю, потому что Бог не хочет истребить никого, Он желает, чтобы спасти. И Бог не истребляет, но чтобы, испытывая нас, и чтобы в нас утвердилась вот эта вера в обетование Божие и хождение перед Ним, чтобы мы не служили именно то, что мы видим и поклоняются, например, идолам или литым истуканам. Потому что, когда мы видим Писание Ветхого Завета и Нового Завета, между ними есть разница в чем? Потому что есть изменения, например, Ветхозаветней Пасхи, Новозаветняя Пасха. Так же само и идолы, они преобразовались в жизни людей, чтобы хитростью и хитрым обольщением враг желает обмануть людей, что ты вот так ходи, так служи, и все будет хорошо, и ты спасен. Но конечный результат он показывает на то, что а будут ли открыты двери, чтобы можно было войти? Достанет ли масло, достаточно будет ли в сосуде, чтобы нам поистине гореть и войти на брачный пир? Да поможет нам Господь, рассуждая об этом слове, и уразуметь Божью истину и именно поступать по ней, чтобы не подвергнуться язвам ее. Аминь. Господи, через Слово Твое, Господь. И придут трудности, но Ты говоришь, Господи, для нас, Господи, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление, Господь Иисус Спаситель. Ты вселяешь в нас веру, Господи, направляешь нас взор к небесам, Господь Иисус, откуда Ты придешь, Господь Иисус, и Тебя узрит всякое око и всякое колено, Господь Иисус, преклонится пред Тобою, Господь Иисус Спаситель. Потому, Господи,
Я прошу Тебя, благослови всех нас. Благослови, чтобы, Господи, мы уразумели истину Твою, Господи, поступали по истине Твоей, чтобы свет Твой сиял, Господь Иисус, чтобы враг не обольстил и не затмил, Господь Иисус Спаситель. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, для славы Твоей, Господи, да прославишься Ты в этом собрании, Господи Иисус, в народе Твоем, Господь, потому что, Господи, приближаются трудности, но Ты сказал, что слава Твоя будет сиять, Господь Иисус, над народом Твоим, Господь Иисус, Твоя победа, Господь Иисус, Спаситель, и сила Твоя, Господь Иисус. Потому, Господи, просим за тех, кто, Господи, приболел, Господи Иисус, прикоснись, Господь, рукою Твоей, Господь Иисус, прикоснись ранами Твоими, святыми, Господи Иисус, Спаситель, потому что из ран Твоих текла Твоя кровь, Господи Иисус, и исцели, Господь Иисус, дабы мы, Господи, все вместе, придя, Господи, могли возрадоваться, Господь Иисус, и восторжествовать, Господь, в доме молитвы, Господь, где мы преклоняемся и молимся вместе, имея, Господи, это общение, Господи, с Тобою и друг с другом. Прими поклонение и благодарность в этот вечер, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.